Офигела. Карликовая она с такими листиками. Что-то цветочной почки в этом году не набирает. Может, попозже будет. Прошлый год цвела розовыми цветочками. Небольшая вот она. Наверное, пересадить надо. Ей, может, тут не место. Что-то как-то плоховато она растет. Вот это красная. Она цветет красными цветами. Прям как гранатинки. Набирает цвет. С этой все в порядке. Набирает. Еще такая вейгела. У нее такие листья тоже какие-то светло-зеленые, даже вон какие-то желтые. А осенью они прям с краснотой. Ни разу не цвела, второй год сидит, не цвела. Ну, вроде розовыми должна цвести. В общем, пока такой кустик. А это тоже маленький кустик вейгелы. Вот она первый год только цвести будет, ей 3 годика. Я ее укореняла. Вот на 3-й год она стала цвести. Небольшой кустик, пока никуда не пересаживала, вот в большой такой емкости сидит. А эту мы в этом году обрезали. Уж очень она была большая и красивая. И верх был весь прям. А низ был пустой. Вот мы весной обрезали. Теперь она чуток обрастает. Вот цвести, может быть, и не будет. Ну что же теперь поделаешь. В общем, мы ее немного... Может быть, надо было совсем ее кардинально обрезать. Но что-то я прям побоялась, пожалела. Вдруг погибнет. Так она вся обрастает побегами. В общем, посмотрим, как она дальше будет. Ну, хорошо, что с ней ничего не случилось. И она живая. Вот они одинаковые. Вот этот кустик и этот большой кустарничек одинаковый. Только вот почему-то уж больно тут... Может, я что перепутала? Вот он же больно красный. Да нет, вроде это розовые. В общем, посмотрим, распустим, посмотрим. Бывает у меня, что я перепутаю что-то.